Пока взрослые всего мира работают и днем, и ночью, дети делают деньги из воздуха. Юные вундеркинды играют в компьютерные игры, создают сайты и даже продают онлайн-продукты питания, становясь богаче день ото дня. Мы подготовили для вас топ-7 детей, ставших миллионерами до своего совершеннолетия. Открывает топ самых богатых детей юная звезда Ютуба Райан. Этот маленький видеоблогер прославился благодаря родителям, которые создали канал своему чаду. На видео их сын просто играет в игрушки. На канал Райана подписалось более 15 миллионов человек. Его официальный доход составляет 11 миллионов долларов. Еще один успешный бизнесмен – Масая Бриджес, или просто Мо. Мальчик заработал свой первый миллион на пошиве галстуков бабочек. Свою компанию Мо открыл в 9 лет. Сейчас он активно занимается благотворительностью. К детям-миллионерам относится и сладкоежка Фрейзер Доерти, который зарабатывает миллионы на бабушкином варенье. В 14 лет он осознал, что джем его бабушки настолько вкусный, что его должен полюбить каждый. Взяв займы у родителей, Фрейзер поставил изготовление джема на поток, создав собственный бренд «Супер Джем». Еще одна малышка, зарабатывающая на рецепте своей бабушки, Лиана Арчер. В 9 лет девочка поделилась с миром секретом своих роскошных волос. Лиана изготавливала шампуни и бальзамы на основе рецептов, доставшихся ей от бабушки. Первым каналом продажи стал родной колледж. Но когда продукт стал очень популярным, его стали заказывать целыми партиями, супермаркеты и онлайн-магазины. Один из самых богатых предпринимателей в мире, Кэмерон Джонсон, начал зарабатывать, создавая приглашения на вечеринку своих родственников. Затем мальчик ушел в продажи, а после начал изучать маркетинг и онлайн-рекламу. Геймер Саид Самаил Хасан заработал первый миллион в 16 лет, просто играя в доту. В 2015 году юноша стал победителем киберспортивного турнира Asia Championship, а затем занял первое место на ежегодном ивенте The International. В России также есть молодые миллионеры, например, Андрей Терновский. За год до 18-летия Андрей, воодушевившись фильмом «Охотник на оленей», за 2 дня и 2 ночи создал видеочат «Чат-рулет», пользующийся популярностью не только в России. Как вы видите, зарабатывать может каждый, необходимо только огромное желание. Спасибо, что посмотрели видео. Если информация была для вас интересной, поддержите нас лайком и подпиской, а также посмотрите рекомендованные видео.